Еще в ваших карманах могут находиться такие предметы, которые вы можете повесить на свои ключи. Фонарь имеет свои тактико-технические характеристики, у него есть масса, есть длина, вы можете зажимать его в руке и, нанося удары его краями или же зажатым кулаком, приносить какой-то ущерб нападающему. Ключи, вращаясь и попадая в открытые части тела, это кисти, это лицо, это шея, тоже могут наносить вред, после которых вы можете покинуть место происшествия. Если же у вас нет брелка, а есть только связка ключей или один ключ, то зажав их между пальцами, вы можете наносить вот этими выступающими частями в слабые части человеческого тела. Если это, конечно, летом. Если зимой, то это опять же лицо, шея и кисти рук. Нет брелка, а только связка ключей, которая есть всегда у каждого, или один ключ, то при нападении на вас физическом вы можете, зажав его в руке, иметь острые концы, которыми можете нажимать и также бить в слабые части человеческого тела. Кисть. Это лицо теперь. Лицо. Вот так. Шея. Грудь. Ну и все. Или же вы можете бросить его в противника.